Вы, да? Я. Вы одна или нет? Чудесно. Добрый день. Кто ответственный, ребят? Меня зовут Богдан Василенко, я редактор газеты «Суббота плюс». Эти люди действовали по моей просьбе. На каком основании их задержали? Кого задержали? Этих двух девушек. Никто не задерживал. Девушки, кто вас задержал? Молодой человек, он был только что с нами. Они находятся в поле вестибюля райотдела. На каком основании их что-то доставили? На каком основании их что-то доставили? Я их не доставлял. Сотрудниками дежурной смены они не доставляли. Как оформлена то их доставка в райотдел? Они не доставлены в райотдел, они приглашены. Вас кто-то приглашал или как сформулировано было? Нет, ни наручников, ничего. Дали приехать сюда, сесть в машину и приехать. Говорят, девочки, не устраивайте здесь цирк. Ничего. Садитесь тихо в машину. На каком основании были просьбы проехать с ними, не проехать? Подойдите, пожалуйста. Вот чудесно. Это вы достали. На каком основании вы задержали девушек? Как ваше фамилия и отчество? Вакулович Анастасия Валерьевна. На каком основании вы интересуетесь их личными данными? Уважаемый старший лейтенант. Какого года? Ничего не говорите дальнейшее. Ну вы будете говорить или нет? Вы будете говорить? Нет, ничего не говорите. Девушки, на каком основании они задержаны? На каком основании они пребывают здесь? На каком основании вы спрашиваете девушки, у них? Будете говорить, нет? На каком основании вы спрашиваете у них их личные данные? Они задержаны? Нет, без наручников. Всего хорошего, господа. Девушки, ничего никому не говорить, они сами памперсы наделают раньше. Да не за что, вам спасибо, девушки. Это труд же, но благо все. Да? Вы отвозите это, да. Идем обратно, все хорошо. Отвозите обратно, на, Юр.